Сегодня 9 часов 40 минут просмотров. Украинец должен был сразиться с победителем встречи Стивенсон. Джек, чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе до 79,4 килограмма, Адонис Стивенсон, 29-1-1, 24-ка из Канады, свел в ничью поединок против представителя Швеции Баду Джека, 21-1-3, 13-ка. Судейский вердикт 114-114-115-113 Джек и 114-114 ничья решением большинства. Первая половина боя прошла под диктовку Стивенсона, а Джек ждал более поздних раундов, когда его соперник выдохнется. Оба соперника не стеснялись применять грязные приемчики, Баду пробовал пробивать ниже пояса, Адонис задерживал руками и применял удары головой. Тем не менее, никому из боксеров так и не удалось нанести решающий удар. Выстояв все 12 раундов, Адонис сохранил свой титул. Добавим, что победитель этого боя в следующем поединке должен был встретиться с временным чемпионом мира по версии WBC украинцем Александром Гвоздиком. 17 марта Гвоздик одержал победу над французом Мехди Омаром единогласным решением судей. Напомним, первый номер рейтинга WBC – обязательный претендент на чемпионский пояс Колумбии Лейдер Альварес отказался от поединка против Гвоздика. Добавим, что промоутер Гвоздика просит сделать его официальным претендентом на пояс WBO у Сергея Ковалева. Крашер из России недавно завоевал титул в поединке против другого украинца Вячеслава Шабранского. Опрос: вы сейчас просматриваете новости. Бой за титул чемпиона мира в весовой категории Гвоздика завершился в ничью. Другие новости бокса смотрите в блоке «Последние новости».